Константин. Сложно себе представить, чтобы команды готовились к сезону без товарищеских матчей. Пожалуй, это одна из главных составляющих успешного начала нового футбольного года. Клуб, который хуже всех проводит домашние матчи, играет против команды с таким же показателем на выезде. Но ты же понимаешь, что вот эти усредненные факты, цифры, они картину одного матча-то могут и не отражать. И я в первую очередь хочу сегодня увидеть яркий и интересный футбол. Только и всего. Первый удар по мячу, и игра началась. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Потеряли мяч, оказался он за лицевой, и это значит удар от ворот. Голкипер. Первый удар по мячу, и игра началась. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Потеряли мяч, оказался он за лицевой, и это значит удар от ворот. Голкипер. Константин. Сложно себе представить, чтобы команды готовились к сезону без товарищеских матчей. Пожалуй, это одна из главных составляющих успешного начала нового футбольного года. Клуб, который хуже всех проводит домашние матчи, играет против команды с таким же показателем на выезде. Но ты же понимаешь, что вот эти усредненные факты... Константин. Сложно себе представить, чтобы команды готовились к сезону без товарищеских матчей. Пожалуй, это одна из главных составляющих успешного начала нового футбольного года. Клуб, который хуже всех проводит домашние матчи, играет против команды с таким же показателем на выезде. Но ты же понимаешь, что вот эти усредненные факты...